важный переезд. Очень долго ждали. Самый важный. Я тут один раз постояла полтора часа. Ну, чтобы переехать, несчастных 50 лет. Ну так, да? Да. Город разделяется железной дорогой. Соответственно, у нас строится три пути провода. Хлебников уже построен. Соответственно, вот это у нас в Будники, он будет на будущий год введен. И вот здесь как бы Новодачная. Он самый небольшой, да, считается? Да. Значит, общая протяженность его 1800 метров, основной ход. Ну и сам путепровод, ну, 300 метров. Стоимость 2 миллиарда. Важен очень, потому что весь город стоит при переезде этой железной дороги. Решает кучу проблем, но это, конечно, очень важно. Когда мы откроем вот это, потом мы снимем всю проблему провода. Уходит треугольник. Андрей, огромное спасибо. Треугольник уходит сразу. Люди попадают практически. Кто строил? Мостотряд. Хорошо иметь исполнительщики? Нет. Ну, тоже мостотряд, да. Компания. Мостотряд. Срок все нормально. Ну как, конечно. Срок 1 декабря. Да. Еще 20 декабря. Хорошо. Ну что, идем открываем. Президентская программа в действии. Спасибо. Спасибо строителям. Добрый день, здравствуйте. Спасибо за теплую встречу. Я думаю, все, кто живет в Долгопрудном и ездит по этой трассе, прекрасно понимают, почему такие эмоции. На самом деле, благодаря президентской программе мы открываем 10-й путепровод через железную дорогу. Все хорошо понимаем, насколько загружено и интенсивно железнодорожное сообщение, автомобильное сообщение. И вот сегодня, благодаря доблестной и качественной работе строителей мостотреста, спасибо всем, кто принимал участие, руководству, мы можем смело открывать этот очень важный переезд. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, общественников, которые следили, смотрели за тем, как идут работы. Знаю, что у этих домов есть к нам вопросы по шумозащитному экрану, и мы, соответственно, сейчас рассматриваем и думаем, как изолировать от шума людей, которые живут вот в этой придорожной полосе. Хочу еще раз всех поблагодарить за теплый прием. Это важное, радостное событие для жителей города. Ну и разрешите вместе с теми, кто здесь живет, открыть движение. Давайте строители, может быть, тоже встаньте. Историческое событие. Строители, встаньте сюда. Ура! Ура! По федеральной программе в рамках президентской поддержки мы открываем 10-й переезд. Всего в Подмосковье будет построено 16. Известно, что Долгопрудный был, по сути, изолирован от внешнего мира, потому что железнодорожное сообщение не давало возможности передвигаться. Вот сегодня переезд Новодачный соединяет Москву и Московскую область. Очень интенсивное движение, и жители очень-очень ждали. Следующий переезд в Водники, это тоже здесь, в Долгопрудном. Он решит окончательно проблему пробок именно вот в контексте интенсивного железнодорожного сообщения. Хочу поблагодарить строителей, которые в срок до 1 декабря сдали объект. Для нас это очень-очень важно. Поэтому дальше программа будет развиваться. Очевидно, что количество машин, интенсивность движения растет. И развитие дорожной инфраструктуры – это наша стратегическая задача. С вводом этого путепровода, конечно, я буду гораздо быстрее попадать и в Москву, и из Москвы сюда. Еще бы открыли, если бы на Водниках путепровод, то вообще была бы радость для всех, потому что там еще больше пробки, чем здесь. Теперь по эстакаде, думаете, пробок не будет, да? Конечно, нет. 100%, что здесь теперь будет пули пролетать. Сейчас, уважаемые коллеги, прошу вас все на эту сторону, как...